Сибирским регионам этой весной угрожает серьезный паводок. Снега выпало много, вывозить его с городских улиц не успевают. О том, почему складывается такая ситуация, мы говорим сегодня с Михаилом Мезенцевым, активистом Общероссийского народного фронта и создателем интернет-проекта «Снежный фронт». Михаил, скажите, как вы оцениваете ситуацию в сибирских городах вот с уборкой улиц, с вывозом снега? И может ли ОНФ как-то на нее повлиять, улучшить эту ситуацию? Ну, в общем-то, ситуация плачевная везде. То есть сказать, что где-то лучше, чем у нас, сказать нельзя. Вот сегодня в Кемерово приехал господин Шувалов, говорят. И, то есть маршрут Шувалова, конечно, заблестел и стал соответствовать тем нормативам, которые требуют. Но все, что касается прилегающих дорог, второстепенных дорог, ну, глубочайшие колеи, заваленные снегом, то есть все то же самое. Ну, вы вот как активист Общероссийского народного фронта, сам фронт, он может как-то на эту ситуацию повлиять? Мы не можем сказать, что мы контролируем власть, да, там как-то влияем на ее работу. Нет, но то, что мы указываем на недостатки, которые выявляются в процессе, это однозначно. То есть люди подключаются, абсолютно независимые люди, видят то, что происходит в городе. Это же вызывает негодование определенное. И люди видят те социальные сети, где мы публикуем всю эту информацию, подключаются, пишут, то есть занимаются уже контролем сами. Да, и мы видим картинку, что где-то ситуация меняется, а где-то совершенно нет. Что касается снегоплавильной станции, да, в свое время нам этот проект преподносили как такую возможность улучшить ситуацию. Да. Что на самом деле? Насколько эта схема эффективная? Насколько она работает? Вы знаете, вот нельзя, наверное, все-таки однозначно сказать, что она эффективна и работает. Так как у нас было реализовано это, на самом деле у нас плавилки заработали в полной мере, наверное, только в середине зимы, то есть это после Нового года. До этого момента то у нас не была согласована сумма, которую муниципалитет готов платить, да, за плавление снега. В наших снегоплавилках так или иначе не работает, так скажем, есть деньги инвесторов. И инвестор в любом случае хочет получать прибыль из тех инвестиций, которые он вложил. А кто вообще регулирует вот эту цену? Кто ее устанавливает? Тарифный департамент у нас должен этим заниматься. У нас, собственно, основная снегоплавилка, первая, которая находится на улице Фрунзе, рядом с улицей Фрунзе, так скажем, она и не работала именно потому, что никак не могли согласовать стоимость, да, тариф. То есть инвестор хотел свою сумму, муниципалитет предлагал значительно меньшую сумму. Я сейчас цифры точно в порядок не могу сказать, но, так скажем, речь шла о 80 и 180 рублей. И в итоге инвестор отстоял свою стоимость, а муниципалитет, так скажем, оказался в безвыходной ситуации. Он вынужден идти на те условия, которые ему диктуют. Так или иначе, но дешевле все-таки это снегоотвал. А вот площадки, тут проблема, опять же, видимо, какой-то сбой в системе муниципалитета, потому что своевременно их не подготовили. У нас сейчас, опять же, есть информация от активистов, что некоторые площадки, так скажем, недостаточно рационально используются. То есть техника не сгребает снег, а просто КАМАЗы приезжают, вываливают кучка. В итоге эти кучки заполонили, так скажем, всю площадь. И, собственно, считается, что снегоотвал исчерпал все свои возможности для хранения. Это же не совсем правильно. Ну вот, насколько я знаю, Омская мэрия такую инициативу выдвинула и бесплатно снег принимает. Как вот вы оцениваете это решение? Ну, не знаю, может быть, оно все-таки больше популистское, потому что в Омске ситуация со снегом ничуть не лучше, чем у нас, а скорее даже и хуже. Вот, если, может, помните, у нас в Новосибирске один сугроб подписали именем мэра, и он сразу исчез с карты, да? То в Омске подписанный фамилией мэра сугроб, он не исчез, исчезла надпись этого сугроба, сугроб остался. Я думаю, это тоже показатель все-таки эффективности работы муниципалитета. А вот насколько я знаю, в Кемерово там периодически устраивают субботники, когда людей призывают выйти и вот как осенью мы, значит, листья убираем, так зимой выйти снег почистить, помочь, навести порядок хотя бы там перед предприятием каким-то, перед тем же там детским садом. Вот насколько это эффективный способ, и, может быть, и в других городах его тоже использовать? Готов ли народ, понимаете, везде взаимоотношения народа и власти, оно, так скажем, зависит от того, насколько народ относится более-менее благосклонно к своим руководителям, да, там у Тулеева ни для кого не секрет, наверное, все-таки большая масса населения, она в него верит, и она готова взять лопаты и пойти почистить. У нас, я думаю, что эта ситуация несколько иная, и, так скажем, не бросится народ на амбразуры с лопатами и ломами, чтобы чистить город. В принципе, разумная инициатива, но поддержит ли ее город?
это уже вопрос другой. Наверное, зависит от того, как это предложат. Спасибо. Сегодня у нас в студии был Михаил Мезенцев, активист Общероссийского народного фронта.